Зачем нужны аминокислотные коктейли? Что важно не упустить при их выборе? И что может предложить спортсмену Fitline от Premium International? Вот это ждет вас в данном видео. И даже если вы не спортсмен, досмотрите до конца, потому что мы поговорим не только о продукте для профессионалов. Меня зовут Инна Тикавая, я wellness-консультант и топ-лидер компании Premium International. И давайте разберемся вместе с аминокислотами. Мы все на этом глобусе, от крохотной бактерии до огромного кита, белковые формы жизни. Никто не знает, как на других планетах, но на нашей жизнь это и есть белок. Каждый белок состоит из аминокислот. Их состав, сочетание и структура определяет то, какой белок получается на выходе. Каждый из нас – белковая фабрика. Мы производим белок, чтобы строить и восстанавливать себя. И потребляем белок. На самом деле это не совсем так, потому что потребляем-то мы, конечно, белок, а вот усваиваем аминокислоты. Ну хватит биологии, давайте как-то попроще. Давайте просто посмотрим, например, на детский конструктор. Предположим, что вы собрали для своего ребенка, ну или он сам собрал, машинку из лего. И если он захочет собрать что-то другое, то ему придется эту машинку разобрать на детали. Вот эти детали и будут аминокислотами. А то, что будет делать ребенок с вашей поделкой, называется гидролизация. То есть мы с вами не можем получить белок напрямую из яичницы или, например, из гороховой каши. Нам сначала нужно его разобрать, а потом уже использовать на собственные нужды. И вообще-то наш организм с этим легко справляется. И даже больше. Наша с вами ситуация, конечно, немного посложнее, чем с ребенком и конструктором лего. Потому что мы с вами можем эти детальки, аминокислоты, производить самостоятельно. Именно поэтому аминокислоты делятся на две группы. Заменимые и незаменимые. Заменимые – это те, которые мы сможем с вами сделать сами. А незаменимые – это те, которые мы можем получить только с пищей, по-другому никак. Вот теперь можно переходить и к спортивному питанию. Для роста и укрепления мышц белковая пища не просто нужна. Без нее любая тренировка становится опасным для здоровья испытанием. Первые образцы спортивного питания – это были просто порошки с высоким содержанием белка. Молочная сыворотка, соевые и гороховые порошки. Все эти продукты долгое время просто совершенствовались. Сперва их просто чистили от примесей, потом изолировали только белковые соединения. А потом исследователи задумались вот над чем. Строительный материал нужен мышцам сразу после нагрузок или максимально близко к ним. Но на гидролизацию, как и на разборку конструктора, организму нужно время. То есть аминокислоты из еды или спортивного питания попросту опоздают, если съесть их по выходу из спортзала. А аппетитный коктейль до тренировки, ну так себе вариант, не для каждого. Поэтому после концентратов и изолятов белка в спортивное питание пришли гидролизаты. Это те же белки, только уже расщепленные на пептиды – короткие цепочки аминокислот. Такой коктейль усваивается очень быстро, в течение нескольких минут. Гидролизаты сравнительно дороже, чем изоляты и концентраты, но вы платите не только за скорость усвоения. В истории спорта была довольно длинная страница соевого протеина, который считался самым передовым, пока и не выяснилось, что такие белковые коктейли – не только наращивают мышцы, но и вредят спортсменам-мужчинам, поскольку содержат фитоэстрогены. После этой истории к очистке белков стали относиться куда внимательнее. Гидролизированное белковое питание в этом смысле самое чистое. В нем содержится только то, что задумал производитель. В силу производства там не получится что-то забыть из оригинального сырья. И третья важная часть спортивного питания. Спортсменам очень важно получать не просто аминокислоты, а аминокислоты с разветвленными боковыми цепочками или БЦА. БЦАшки, как называют их бодибилдеры, это валин, лейцин и изолейцин. Эти три аминокислоты не только строительный материал для мышц, но и вещества, которые принимают участие в детоксикации. При усиленном обмене веществ это очень важно. Итак, вспоминаем, что важно для спортивного питания. Это биодоступность, то есть все аминокислоты поступают вовремя. Это чистота, аминокислоты поступают без примесей. И это наличие всех важных аминокислот. Именно это должно цениться всеми, не только спортсменами. Наличие в продукте, который вы пьете, незаменимых аминокислот.
то есть тех деталей конструктора, которые наше с вами тело не в состоянии производить самостоятельно. Получать качественные аминокислоты важно для настроения, потому что незаменимая кислота триптофан – предшественник серотонина. Счастье хотите? А подавленное настроение? Вот они как раз и зависят от уровня серотонина. Метионин участвует в переработке жиров, лизин – в синтезе гормонов, трианин вообще где только не трудится, и везде его невозможно чем-то заменить. Но для всех, кроме спортсменов, хорошие новости. Именно с белками в нашем рационе в принципе все более-менее нормально. Они усваиваются и из еды. Конечно же, если вы не сидите на вегетарианской диете или на любой другой строгой диете, где с белками туго, тогда этому нужно уделять пристальное внимание. Конечно же, любая диета должна быть сбалансированной. Что же может вызывать нехватку белка? Ну, прежде всего, возраст. Еще аминокислоты очень быстро выгорают при стрессах. Ну и, конечно же, общее состояние нашего здоровья, наша ферментативная система, которая принимает участие в разделении белка на аминокислоты. Теперь давайте посмотрим, что же такого особенного предлагает Fitline. У нас два белковых продукта. Первый – ProShape All-in-One. Это вкусный витаминно-белковый коктейль. Но сегодня речь идет не о нем. Сегодня мы с вами разговариваем о том продукте, который больше подойдет спортсменам или тем, кто хочет уже здесь и сейчас получить именно аминокислоты. Это аминокислоты в капсулах ProShape Amino. Это 8 незаменимых аминокислот. Изолейцин, лейцин, лизин, метионин, фенилаланин, трианин, триптофан и валин. Биодоступность. Здесь ничего нового, только лучшее. Конечно, это гидролизированный белок. И, конечно, Fitline использует технологию NTC. О ней у меня есть отдельное видео. Оно ждет вас в описании к этому. В частности, в состав продукта входит аюрведический фитокомплекс для еще лучшей усвояемости. Кроме того, все эти аминокислоты имеют L-форму, которая усваивается значительно лучше, чем D-форма. Чистота? Да, поскольку это гидролизат. Продукция Fitline производится на заводе зондового питания по стандарту GMP Made in Germany и проходит проверку качества TÜV-SÜD. И вот здесь очень важен еще один момент, который беспокоит профессиональных спортсменов. Как дела с допингом, стероидами? Не получится ли нарушение правил соревнования? Нет, не получится. Капсулы Amino внесены в Кёльнский список. Международная антидопинговая ассоциация проверила этот продукт, как и многие другие под брендом Fitline. Ни в процессе производства, ни в итоговом продукте не замечены запрещенные в спорте препараты. А что с BCA? Я уже назвала три аминокислоты в составе Amino – валин, изолейцин и лейцин. Вот это они и есть, с разветвленными цепочками. Как это все выглядит? Вот эта баночка. В ней 180 капсул. Этого хватает на 30 дней, на месяц полноценных тренировок. 6 капсул в день перекрывают потребности спортсмена в незаменимых аминокислотах. Компания рекомендует пить 3 капсулы до начала тренировок и 3 после упражнений. Ну а если вы не спортсмен, то вам главное пить их до приема пищи. Зачем? Ну, например, вы сглаживаете возраст или балансируете диету. Может быть, ваш ребенок совсем не ест белковую пищу. Ну, или вы. Или, возможно, вы худеете и следите за содержанием белка, аминокислот в вашем рационе. И вот, наконец, ответ, почему вам стоит присмотреться к амино, даже если вы не профессиональный спортсмен. В нашей пище практически не бывает такого, что белки и больше ничего. Обязательно в этой же порции будут даже в самом маленьком количестве, но все-таки будут и жиры, и углеводы. Да и за чистоту этих продуктов не выйдет поручиться. Рыба, ртуть, молокопродукты, ну сами скажите, что там, если они не портятся по несколько недель. Ну и анекдот про куриный бульон при простуде вы, наверное, и сами знаете. В любом случае, если вы планируете повысить качество своей белковой диеты, то биодобавки и Fitline в частности – это ваш выбор. Если вы уже рассматриваете для себя этот вариант, то обязательно обратитесь к человеку, который поделился с вами этим видео. И обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик,
чтобы получать уведомления о новых видео, о продуктах FitLine и о бизнесе с компанией Premium International. Будьте здоровы и всегда для себя выбирайте только самое лучшее.